Привет-привет, меня зовут Лилия Донскова, и у нас начинается самый длинный каталог в году, каталог номер один компании Oriflame. И в этом видео я вам покажу топ-10 продуктов, которые я рекомендую своим клиентам, и мне кажется, они в этом каталоге самые такие бомбические. Почему нужно знать топовые продукты? Для того, чтобы как можно четко и быстро поработать с клиентом, чтобы не думать, какой продукт же у нас хороший, потому что клиенты обычно говорят: ну расскажи, что у вас там хорошего, и вы должны четко знать, на какой странице что-то такое, что вас самих цепляет. И я отметила закладочками, и я рекомендую также делать и для клиентов, отмечать те продукты, которые вам нравятся. И как только вам задают такой вопрос, или если не задают, то люди все равно в первую очередь откроют закладки и посмотрят, а что вы тут отметили. И первый пункт у меня в этом списке — маска ночная Novage. Она у нас идет по акции всего за 799 рублей. Маска невероятная, вот просто я не знаю, аналогов в такой маске я не встречала. Себе возьму обязательно, у меня уже 3 пустые баночки такие были, и как раз вот я думала, как я хочу маску. Здорово, что идут такие акции, но чтобы эту маску получить со скидкой, нужно выполнить условия: либо вы 2 каталога подряд делали по 500 рублей заказы, либо в этом каталоге, в текущем, на 1000 рублей делаете заказ, и тогда вы сможете маску или аромат взять со скидкой. Второй продукт тоже из этой же акции — омега-3 витамины, вот так они выглядят, 60 капсул в банке, у нас уже заканчивается. Очень выгодная покупка, всего получается 999 рублей, и еще скидка 20% за этот продукт. Очень нужный продукт каждому человеку, начиная от детей, заканчивая самыми взрослыми. Мы пьем витамины обычно Wellness Pack, берем упаковку, и в ней уже есть и омега-2 капсулы, дневная, суточная норма, 1 капсула астаксантина и таблеточка мультивитамины и минералы. Но бывает так удобнее собрать по отдельности в баночках, когда идут по акциям такие продукты, поэтому мы возьмем обязательно омегу. Я беру ее для родителей, когда она по акции, особенно мы родители просто заставляем пропить эти витамины, потому что они не приучены пить регулярно такие БАДы, как бы для них это прям вот, ну как-то, не знаю, непривычно. Мы их просто уговариваем, чтобы они ради нас пили. И у меня мама прям отметила, у нее перестала болеть голова, то есть снизились боли, давление не скачет так по-бешеному, ну и в принципе состояние лучше. А еще она заметила, что у нее кожа другая стала. Вот это очень здорово, потому что омега-3 она необходима и она очень полезна. Почитайте, кстати, про нее, прежде чем купить, очень много информации есть в интернете и на сайте Oriflame, и тогда вы поймете, нужен вам такой продукт или нет. Следующее — это целый разворот. Я думаю, что на этот продукт нужно обращать внимание наших клиентов. Пена для ванны 750 миллилитров, вот такого формата будет огромный флакон. У меня, конечно, пока нет этой новинки, но я вам показываю, какой это формат, то есть это огромный флакон, хватит очень надолго. В Oriflame всегда пены очень крепкие, и мне нравится, когда взобьешь эту пену. Кстати, как ее правильно взбивать, расскажу, потому что некоторые наливают просто под струю воды и все, и пена как бы не очень такая вот пышная, активная. А я пускаю сильно струю воды, быстро вливаю в ванны столько, сколько нужно, ну я не очень много пены вливаю, и я вот так вот делаю руками, то есть так как миксером, и я встряхиваю эту пену, и она такая пышная становится, объемная, ее очень много. И когда в эту ванну погружаешься, чудесный аромат, а здесь можно потереть страничку, то что очень круто, когда есть ароматизированные странички, потереть страничку, и вот этот аромат у нас будет персик ароматный, он растекается просто по всей квартире, пахнет чудесно, потом кожа вкусно пахнет. И мне нравится, что наши пены увлажняющие, кожа после них такая мягкая. Обязательно надо мочалочкой потом пройтись, потому что когда мы полежим в ванной, кожа размягчается, и мертвые клетки легко-легко отшелушиваются. Мочалочкой пройтись, ополоснуться чистой теплой водой, промахнуться полотенчиком, и это полный кайф, такой релакс. И конечно, 299 рублей — чудесная цена. Следующая страничка — это новинка в серии
уже декоративной косметики тональная основа, мультифункциональный матирующий крем-тон, вот так правильно, для лица, серия The One AZ крем с SPF 30. У нас уже был крем AZ, первый, он вышел у нас как раз в прошлом году, а в этом году у нас новинка, или в этом году он вышел, ну не так давно, то есть это достаточно молодой продукт. Не могу вспомнить, когда он появился, но вот у дочки, наверное, уже четвертый тюбик. И один или два я за такой использовала. Чем отличается новый от старого? Тем, что он, увлажняя, матирует. То есть удивительная функция, это что он матирует. И я вчера как раз тестировала этот тональный крем. Походила с ним целый день. Не могу сказать, что он прекрасно себя вел весь день. У нас уже на канале вышло видео, как я его наношу, посмотрите обязательно. Я проходила с ним весь день, и я довольна результатом, он себя чудесно вел. Личико просто такое матовое осталось до позднего вечера и не забился в поры, то что меня особенно всегда беспокоит, когда крем забивается в поры. Вот у меня в этих местах ярко выделенные поры, ну не слишком крупные, но видно, и иногда тоналка забивает их, и это очень некрасиво, просто мне не нравится. И я всегда тестирую на этот фактор, забивает или не забивает. Но вот у меня по крайней мере все хорошо легло, поэтому я закажу себе такой крем, и я его рекомендую своим клиентам. Всего 299 рублей цена новинки. И очень удобно то, что высокий солнцезащитный фактор, а сейчас это настолько актуально. Посмотрите, после лета сколько девушек и женщин у нас покрылись пятнами. И, кстати, у меня тоже будет дальше продукт на эту тему, поэтому поговорю об этом еще чуть позже. Что кожу нужно защищать, а уж если не спасли, то надо ее, значит, реанимировать. Следующее. У нас выходит новинка. Серия ухода за губами. Это специальный массажер. Тоже видео будет у нас на канале, может быть, уже выйдет к тому моменту, когда вы будете смотреть топчик. И два бальзама. Бальзамы я вчера тоже попробовала. Они на губах невесомые, вообще не ощущается. Вот просто их как будто нет, а при этом губы такие увлажненные, такие приятного цвета. Цвет не яркий, он очень спокойный такой, не кидается в глаза, то есть вот прям прекрасно, и при этом классное увлажнение и защита SPF 25. У нас замена произошла нашего BB крема на AZ, BB помада на AZ помады с SPF 25, и я этому очень рада. Я себе возьму персиковый и обязательно возьму массажер, который так чудесно массирует губки. Следующий разворот — это сразу две туши термостойки. Эти туши полюбили, мне кажется, все с первого взгляда. Осталось только выбрать кисточку, ту, которая вам придется по душе. Красная или черная? Чем они отличаются? Красная, черная, показываю, и вы сразу поймете, в чем дело. Видите? Получается, что красная тушь с маленькой тоненькой щеточкой, она как шуруп буквально выглядит, да, такой спиралевидный, а черная широкой пушистой кистью, и ей очень круто красить ресницы, они просто получают такие пышные, объемные, классные. У нас в нашей семье больше любят вот такую черную тушь, а это тоже берем, когда она со скидкой, обязательно. Особенно она нравится дочке. Чем эта тушь крутая? Она не смывается просто ни дождем, ни снегом, ни в море, ни в океане, ни в реке, ни в бассейне. Она смывается только очень теплой водой, и она не смывается, она снимается как одежда с ресничек, буквально вот прям лохматками такими, и не остается никаких следов панды. Панда отдыхает. И эта тушь очень классная и очень популярная. Если вы берете сразу две, любую, можно две красных, две черных, или красную черную, то цена будет всего 199 рублей. Восхитительная цена. Далее. О, этот разворот стал с некоторых пор моим любимым. Потому что помада серия On Color всего за 99 рублей. И я не ожидала. То есть для меня это было большим сюрпризом, что вот эта помада красно-черная в таком простеньком футляре вроде бы. Как она мне нравится. Я взяла себе оттенок, у меня, сейчас скажу код, 38776, это пряная, сейчас еще раз, 776, ищу, теплый ореховый, вот она, теплый ореховый, потрясающий цвет, такой
приятный, он не блестит, то есть она как матовая помада, на губах лежит чудесно. Она просто меня очаровала, и у меня просто, знаете, такой был момент: а что такое бывает? Просто обычно я от дешевой косметики не жду никаких чудес. Я понимаю, что, ну, как бы есть продукт VIP, да, есть продукт, ну, такой вот простой, и я никогда даже себе не брала такие продукты. А это, думаю, дай-ка я попробую, что-то так интересно мне стало, что это за цвет. И с тех пор я ей пользуюсь очень часто. Помада одна из моих любимых на день, практически каждый раз, когда я просто иду вот на прогулку. Я не крашу яркие губы, но мне нравится, чтобы губы выделялись, поэтому эта помада сейчас в числе моих топовых помад, я ей часто-часто пользуюсь. И у меня уже на нее очень много заказов. А могу сказать, у меня есть клиент, которая взяла 6 оттенков, и когда я сказала, что, слушай, в первом каталоге она будет всего по 99 рублей, она говорит: отлично, возьму еще несколько оттенков. Так что предлагайте, и люди с удовольствием откликнутся. Вот как раз про пятнистую кожу. Это серия осветляющая для лица, серия Optimals, и она целевая, то есть целенаправленно воздействует на пигментацию. Я сама на себе эту серию проверила. У меня, кстати, сейчас есть сыворотка из этой серии, вот такая вот упаковочка. Она действительно классно справляется с пятнами, но если вы хотите действительно классный результат, действенный такой, не просто, да, помазаться и все осталось на месте, нужно пользоваться желательно полностью всем комплексом. Это первое. Второе, делать это регулярно утром и вечером и дополнительно защищать кожу. И очень круто, что у нас вышел AZ-крем, новинка, которая матирует и при этом имеет высокий солнцезащитный фактор. Поэтому мы ухаживаем, осветляем и сверху защищаем, потому что даже зимой, когда кажется короткий световой день и солнце вроде бы оно же так не греет, но оно очень активное. И особенно если у вас снег, у нас вот снега нет, но возможно где-то он есть, если снег отражается, то есть солнце, ночные лучи отражаются от снега, то они еще больше наносят вреда, чем летом. Вот поверьте мне, что это миф, что зимой солнце не опасно. Поэтому рекомендую, если кто-то, да, получил такую задачку поработать с пятнами на лице, то есть убрать пигментацию, то вот вам, пожалуйста, зеленый свет. Эта серия идет по акции с хорошими скидками, и самое время на нее обратить внимание, потому что именно зимой и нужно избавляться от этих пятен. Следующий разворот — это шампунь Hair X 400 миллилитров XXL формата, и это очень удобно, и всего-то цена 299 рублей за такой большой формат. Вот у меня как раз сейчас такой 400 миллилитров, очень надолго хватает. Шампунь концентрированный, у него маленький расход, если правильно пользоваться. Как правильно пользоваться шампунем? Намочить хорошо волосы, чтобы они были прям все мокрые, они так сверху побрызгали, и все. Шампунь взбить в пену в руках и переносить уже на прикорневую зону, добавляя воды, вспенить и смыть. И вы увидите, что расход у него малюсенький, не надо наливать целую ладонь, буквально чайная ложечка мне хватает, чтобы промыть мою копну волос длинную. Я в восторге от этого шампуня. У меня уже в заказе вот таких вот 4 штуки. И со следующей странички там более мелкие форматы, но тоже такие шампуни Hair X, тоже их покажу. С этой странички тоже заказывают, потому что здесь есть шампуни, которых нет здесь. А в частности, у меня все просят от перхоти. Уже проверенный шампунь, очень хороший и хорошо спасает от перхоти. Так, и последний разворот — это зубные пасты. Интересно, почему я их не взяла? Хотя у меня есть. Сейчас мы пользуемся... А, у меня только отбеливающий. Ну окей, я просто расскажу про зубные пасты и про эти щетки. Паста одобрена шведскими стоматологами. Мы пользуемся ей уже много лет, и я пастой довольна. Во-первых, не кровоточат десны. Зубы прекрасно себя чувствуют, во рту как будто бы сделали генеральную уборку, не остается неприятного послевкусия. Бывают некоторые пасты, с которыми почистишь зубы, ну, бывает такое, что я иногда чищу в гостях, когда мы где-то ночуем, и там паста не Oriflame, и я понимаю, какая же прелесть паста Oriflame, потому что после этих блендометов и Colgate во рту остается какой-то неприятный вот такой, не знаю, как вам сказать, какая-то бяка во рту, что, ну, неприятно. Эта паста мне очень нравится. А какие у нас крутые щеточки зубные. У меня недавно заказала клиентка,
вернее, как сказал, у меня были в наличии для себя куплены, она увидела эти щетки, говорит, о, давай я щетки тоже возьму, попробую. И после этого она приехала и говорит, ты понимаешь, я чищу зубы с этой новой щеткой, и мне стыдно, что муж и сын чистят зубы с теми щетками, которые куплены в магазине, потому что это такая разница огромная, просто небо и земля. И она сразу заказала всем по 2 комплекта, потому что в этом каталоге всего по 99 рублей, отличная цена, крутая скидка. Поэтому, если вы выполните мои маленькие рекомендации и сделаете, может быть, такой же топ, как у меня, или сами выберите те продукты, которые вы любите, которые кажутся вам, что они вот в этом каталоге, и выгодная цена, и хорошо представлены в каталоге, то есть крупным планом, про них написана информация. Обязательно, чтобы были какие-то новинки, потому что люди очень любят пробовать все новое, то создайте себе вот такой топовый каталог, размножьте их, например, если у вас есть 5-10 каталогов, сделайте хотя бы по 5-7 закладочек, ну хотя бы по 3, чтобы было за что, как сказать, зацепиться клиенту, и просто возникает любопытство, а что это здесь за цветная закладочка, зачем она? Я заметила, что если я отдаю просто каталог или каталог с несколькими закладочками, то заказу больше приносит тот каталог, который я не поленилась и проклеила. Вот, иногда я ленюсь, конечно, но стараюсь не лениться. По-моему, все, что я хотела вам рассказала, и вам желаю крутого, классного каталога, пусть он превзойдет все ваши ожидания. Это очень хороший формат, когда вот это вот крупными буквами написано сейлы, распродажа, это очень выгодно для нас и удобно для клиентов, потому что в праздники многие потратились на корпоративы, на подарки, и сейчас все хотят экономить деньги, но зубы чистить никто не перестанет, несмотря на то, что были праздники. Поэтому показываем клиентам, как сэкономить деньги, и при этом, чтобы они были чистые, вкусные и классно выглядели. Шутка. Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Спасибо вам за внимание. С вас лайк, если мое видео полезное. Пишите в комментариях вопросы, обратную связь. Напишите те продукты, которые вы заметили в этом каталоге, а может быть, я их пропустила, и вам кажется, что они просто крутые, топовые, их нужно обязательно показывать клиентам. И просто всего вам доброго, пока-пока, с вами была Лилия Донского. А, и кот, который спал, свернувшийся клубочком. Иди попрощайся хотя бы, злюка. Он не любит, когда его будет. Ну все, пока-пока. Кто сказал мяу? Ай, кусь, кусь меня. Ну а вот это, вот так. Показывай. Так, ты что будешь показывать? Ну вот так. Ну хватит. Так, вот этого не надо, Миш.